Вот что творится! Вот! Граб! Посадили помидоры! Посадили перцы и капусту! Как машину не побьет еще! Кошмар, ужас! Жесть! Охренеть! Только что прошел град. Смотрите, ребята, какой был лед. Падал с неба. Это просто жесть. Я сейчас насобираю. Пока не растаяло на руке. Смотрите, что. Смотрите, что творится. Вот какие льдины. 28 мая 2021 год, Брянская область, Погарский район. Резко прям пришел град, сильный, большой очень. Грохот аж страшный. И все, он уже ушло минут 30, минут 40 после того, как прошел град. После града был ливень, гром, ветер. В общем, вот такая вот обстановка. Пойдемте посмотрим в огород, кому интересно. По поводу помидор и перцев. А теперь тишина и солнышко. Опять птички поют. Вот капуста. Бедная капуста. Ничего, вроде подымется, наверное. Не сломала. Это вот. Это перцы. Огурцы в порядке, отсюда вижу. Ничего страшного вроде. А это вот помидоры пошли. Помидорчики. Сибири сюда привезли помидоры, рассада. Она и здесь выдержала. Вот так вот. Резко пришла непогода. Что там, помидорчики? Ой, это все огурчики. Нормально. Чуть-чуть нас напугал град.